Благодаря данному проекту о гагаузской культуре мы смогли рассказать далеко за ее пределами. Онлайн-режим работы стал новой вехой в развитии музейного дела. Как показала практика, для нас это был очень неплохой опыт. Благодаря новому формату увеличилось количество виртуальных посетителей музеев. Всего музеями региона было проведено 210 мероприятий в онлайн и в офлайн режиме. Страницы сайтов музеев автономии за последнее время посетили более 200 тысяч человек. Лидером среди всех оказался музей села Этулия. Их страницы посетили 117 690 человек.